Итоговое заседание управляющего комитета, который и занимался подготовкой и обучением всего персонала, провела заместитель главы города Ирина Романец. В состав комитета вошли 6 образовательных учреждений Сочи, представители Министерства образования России и Оргкомитета Сочи-2014. Вся эта команда на протяжении 4 лет вела большую работу по подготовке олимпийского персонала и всей сферы гостеприимства к зимним играм. 14 500 прошли переподготовку представители гостеприимного персонала города Сочи. Почему во время Олимпийских игр город Сочи получил такую высочайшую оценку именно в части гостеприимства? Потому что действительно была предварительно проведена колоссальная работа. И мы хотим сказать слова благодарности и обязательно продумать совместно, каким образом продолжить эту работу. Потому что тема гостеприимства для города Сочи остается актуальны и в постолимпийском периоде. От имени главы Сочи представителям всех 6 вузов вручили благодарственные письма за участие в образовательном процессе, благодаря которому столица зимних игр стала образцом радушия и гостеприимства. Но на этом управляющий комитет свою работу не прекращает. Тема гостеприимства на курорте будет развиваться и дальше.